всем привет. И сегодня мы с вами посмотрим 61 и 63 год. Ну что же, погнали. Так, мы переходим на станцию Фрунзенск. Ну что же, так вот выглядит станция Фрунзенск. Вот так вот выходит зал. Да. Что же, сейчас мы с вами посмотрим. Вот так появилось. Да, вот так вот. Ну а мы летим. Ну а мы летим на станцию Московских ворот. Вот так вот, если бы на Московских воротах. Там вот памятник, защитникам. Походу. И такой вот зал. Так что же мы летим на станцию электросил. Так, мы на самом станции электросил. Скажу, вот так вот, зал вот такой, да. И здесь типа мозаика на тему Советский Союз, и где человек стоит с атомом. Короче, вот такой центральный зал, да. Здесь такую вот колонну сделала, здесь такой вот колонный зал. И хочу сказать, ребят, в 61 году участок Ленинградского метрополитена, этот участок был открыт 29 апреля 61 года. Ну, понятно. Так вот. Сейчас. Вот здесь вот так я делаю. Прямости. Пойти мы с вами на выход. Вот так вот я еще и эскалатор делаю. Дальше. Да, вот так вот эскалатор. И здесь вот так вот станция. Победа. Так вот у нее весь стебюль. Да. И вот, вот он внутри какой. Ну а сейчас мы летим на саму станцию. Ну, давай. Вот такая вот станция Парк Победы. Вот так вот. Да. Здесь вот так вот я сделал лифт. Да. Здесь то же самое. Да. Такой вот центральный зал. Да. А светильники вот так сделаны. Здесь и Москва фонарь есть у меня, и здесь есть обычно. Ну что же, мы с вами летим на 63-й год. Станция Пусть Мир. Погнали. Вот так вот выглядит станция Пусть Мира, да, мы светильники видели. Здесь вот так вот я сделал. Да. Ну и летим на станцию. Вот такая вот станция Пусть Мира, да, вот такой вот центральный зал у нее. Здесь светильник этот спрятал. А вот такой вот боковой зал. Это задел под пересадку здесь. И он там задел под пересадку. Ну, вот так вот здесь зал выглядит сам. Ну что ж, теперь мы летим на станцию. И забыл еще сказать. Вот про это я тоже не забыл сделал. Мы летим на станцию по Невский проспект. Вот так вот станция Невский проспект выглядит здесь только, ну. Здесь типа надписи вновляя навсегда. Здесь переход на гостиный двор, да, вот так вот центральный зал выглядит, а вот так вот боковой зал выглядит. Смотрим переход. Вот такая вот здесь вестибюль у нас. Вот, блин, вот так вот он вестибюль у нас. И вестибюль сам строен здание. Да. Летим на станцию Горьковская. Вот так вот выглядит вестибюль станции Горьковская. Он старый, да. Но я потом построил к 2000 годам новый. Вот так вот выглядит сам вестибюль. Летим на станцию. И вот так выглядит самая станция, вот так вот центральный зал, да. И так вот боковой зал выглядит, да. Ну что ж, мы летим с вами на станцию Петроградская, да. И вот так вот выглядит станция Петроградская, она пока конечная, да. Вот так вот выглядит ее зал, да. И здесь вот так вот светильники, да. Ну а здесь уже вот так вот зал. Вот этот, да. Ну, ой, блин, да. Извиняюсь. Ну что же. Ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, это был 61-63 год. Всем пока. А в следующем видео я покажу уже 66-й, 7-й, 67-й и 69-й. Ну что ж, всем пока. Пока-пока.